Мы находимся на территории проведения специальной военной операции. И вот сейчас рядом со мной находится боец с позывным «Аркос», который пришел с линии боевого соприкосновения и не успел пообедать. А у меня как раз остался китайский сухпай. Ты пробовал хоть раз китайский сухпай? Нет, если честно, это будет первый мой опыт, но очень интересно. Что там находится? Внутри у нас что-то непонятное пока. Да. Но судя по инструкции, мы его открываем и оттуда что-то вынимаем. А мы сейчас откроем пакет. Здесь уже упакована еда, которую вытаскивать не надо. Мы отрываем, заливаем воду и вставляем сюда, для того, чтобы не обжечь руки. Здесь стоят специальный состав, который нагревает еду до очень серьезной температуры. Вставляем сюда. Почему? Потому что реакция настолько бурная, что можно обжечь руки реально. Здесь есть вторая часть, где отрываем. Это после приготовления. Мерный стаканчик до линии. Стоп. Вот видишь, здесь специально мерный этот стаканчик. Ну, сильно отличается от российского, скажи. Очень сильно. Закрывай крышку, держи. Наливай просто. Берем вот так. И надо постоянно, ну, переворачивать его. У меня в животе уже урчит. Аркос, как ты думаешь, что находится вот здесь? Ну, я подозревал, что какое-то печенье. Печенье. Давай я тебе покажу, и ты снова отгадать должен. Как ты думаешь, что это? Все еще похоже на печенье. Смотри, мы берем это печенье и закидываем в кружку с горячей водой. Только не говори, что он вкуснее вашего борща. Вот по ощущениям, как будто попадается томат, но очень какой-то, как будто в нем очень много специй в этом томате. Да, это похоже на яйцо. Как будто яйцо, томаты и зелень. Микроэлементы и витамины, те, которые нужны в ходе выполнения каких-то физических нагрузок, упражнений. Очень остро. Чаджанмён называется, корейская эта кухня. Очень. А я такое обожаю. Я просто любитель очень сильно острого. Для меня это прям самое то. Слушай, очень вкусно. Мне реально нравится. Теперь откроем еще одно. Честно, не помню, что в них. А, это очень вкусная вещь. Глаза закрывай, закрывай, закрывай. Просто ты обалдеешь. Это очень вкусно. Кусай, кусай. Ну, кусай полностью. Я вообще не могу понять, что это такое, но это похоже на... Я даже не знаю, как описать. Вот что-то такое есть у меня знакомое. Ну, открывай глаза. Открывай. Что это? Похоже на паштет. Это утиное яйцо. Утиное яйцо? Да. И вот третье. Давай, можно просто... Ой, запах просто. Опять закрывай глаза. Давай. Пахнет, кстати, интересно. Пробуй. Маринованная что-то, какая-то маринованная капуста, наверное, да. На самом деле похоже на нашу квашеную капусту, но я скажу, что это довольно питательно. Если это для одного раза, то я думаю, вполне себе ты наешься, насладишься. Ну, я бы честно такое ел. Я не знаю, что там, но я надеюсь, что там мясо. О, вообще вкуснятина. Ну как? Запах не курицы, кстати. Запах баранина, мяса какого-то. Это курица. Не курица. Вот, я и тоже. Это, судя по всему, свинина. Вот. И при этом она такая. Ну, не как у нас. Не подумай, что китайские военнослужащие кушают один раз в день. У них еще таких два пакета. Скажу честно, для меня это в новинку, но мне действительно очень понравилось. Тем более, китайский сухпайок, ну, где такое встретишь? Спасибо тебе большое за такой интересный эксперимент, да, за такое нововведение в нашу жизнь. Но мне правда понравилось. Огромное спасибо моим китайским подписчикам за отправленные сухпайки.
Вот именно этот сухпайок сделал огромный путь от Китая до места, где мы сейчас находимся. Присылайте еще, мы будем делать вот такие обзоры.